Всем привет! Сегодня мы находимся в Кукучино. Это итальянский ресторанчик, где царит итальянская атмосфера. Погнали! Нас встречает красивый декор и свежевыжатые соки. Нас встречает открытая кухня. Очень классно сделали, ведь можно посмотреть, как это все готовится. Это отдел для взрослых. Сажусь и уезжаю. Думаешь, это лимон? Нет. Десерт. И вот фирменная пицца Кукучино. Ну что, давайте пробовать. О май гад! Вау! Очень сливочно, классно. Мне самому понравилось. Смотрите, в самих бортиках тоже есть сыр. Пицца была кукучинская. Я заказала второе. Шницель миланеза. Нам подают пюре, отбитую, сочную, в панировочных сухарях, куриное филе с сливочным и очень вкусным соусом. Я вам покажу. Только начал есть второе блюдо и уже дали следующие заказы. Слишком много тянем. Давайте попробуем. Погнали. И одно заключительное, основное блюдо с цыпленым запеченным картофелем. Выглядит очень сочно. Давайте. Один раз я такой же ел в Санкт-Петербурге. Не отличить. И, конечно же, я взял овощи на гриле. Ведь я же худею. Ну и, конечно же, как без фреш-сока, я взял яблочный. За вас, ребята! Находясь в итальянском ресторане, я не смог не сыграть итальянскую песню. Сыграв, мне сразу поступило предложение поздравить именинницу. Всем приятного аппетита. Пока!